Ребята, у нас завтрак, всем привет, кушаем, пьем чаечек, бутербродики, так что всем доброе утро. У нас сегодня рабочая суббота, поэтому я уже за компом, у нас сегодня пасмурно, прохладно, у нас уже на самом деле 2 часа почти дня. Ребят, ну что, мы поработали, прерываемся, я сегодня опять всех обзванивала, мне осталось прям буквально человек, наверное, 5 из 37. Прикол, как много я сделала. Вот, и я сейчас, мы пообедаем, я себе приготовила обед, Игорь себе, и мы начнем уборку, потому что сегодня суббота, день уборки, хватит работы, и так уже 5 часов у нас. Так, смотрите, у меня макарошки с яйцом и помидорки. Вот, а у Игоря супчик, так что всем приятно. Что-нибудь включи, что ли? Мы тут уборку начали. Ребят, мы тут уже почти убрались. Такие штрихи уже. Смотрим футбол. Вообще жесть. Ну. Все. Круто. Я очень рада за Марокко. Молодцы. А Рональдо мне никогда не нравился. Чемпионата мира. Офигеть. Каким Зиеш? Он не забил сегодня, но он был красавцем. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду. Его плачет. Мечта разбита. Его мечта разбита. Он... Ребят, ну что, мы убрались. Я для вас на самом деле тут готовлю видео. Может быть, когда вы уже видите этот влог, оно уже вышло. Обязательно посмотрите. Мы закончили уборку. Снимала я новогодние темы, поэтому такая вот у нас тут красотень. Все убрали, у нас очень чисто, красиво так, уютно. Книжка. Вот, так что мы закончили смотреть футбол, все убрали, я все отсняла. И, в принципе, наверное, сейчас мы более-менее свободны и отправимся на прогулку. Нам надо будет погулять, сходить, выкинуть мусор. Вот, Игорь тут сидит, меня ждет, пока я закончу. А я тем самым, все доделала, и мы можем сходить прогуляться. Единственное, что стирку надо заложить, и уже, скорее всего, эта стирка здесь постиралась. Кстати, я не помню, заснимала я, когда мы все прогенералили, но у нас реально стало так чисто. Я думаю, вы посмотрите видео рум-тура и увидите, что действительно заметно. Блин. Заметно чище стало. Сейчас мы повесим с Игорем белье, потому что надо заложить следующее. И отправимся на прогулку. У нас уже время 8:30. Быстро летит. Фу, запыхалась, устала что-то. Еще, кстати, мы сварили компот вкусненький. Его надо будет перелить. Ладно. Игоря, что мне поможешь? Жду. Так, мы оделись, идем на прогулку и посмотрели. У нас вообще, ребята, сейчас на пустой холодильник. Я покажу вам даже сейчас. У нас вообще тут ничего нет. У нас остаток колбаски, супчик. Я достала помидорчики. Здесь тоже помидорки. Остатки молока. Немножко соусов. Кстати, корма тоже мало. Корм кошачий, соус у Игоря. Все, пусто. Нам вообще нечем завтракать. Вот, и придется что-то чуть-чуть купить минимально. Потому что прям по денежке мы сейчас очень ограничены. Потому что впереди и Новый год, и день рождения, и нам ехать надо будет на него, и расходы, конечно. И плюс еще мне очень сильно задерживает по моим проектам. Какая-то жесть. Ну ладно, прорвемся. Красотень? Красотень же. Ладно, мы отправились на прогулку. У нас целый пакет мусора огромный. Да, Коть? Мы купили по хот-догу слопать, потому что ужин будет попозже. Едим французские хот-доги. И сегодня футбол в 10, болеем за французов. Так, мы идем в Магнит, поели, перекусили. Мы еще в КБ сходили. То, что мы в КБ купили, я дома покажу. А в Магните сейчас постараюсь поснимать, если мне не откроется резкий склероз. Идем в Магнит. Ребята, это неисправимо, это уже старость. Блин, я зашла просто, у меня список, я открыла список, и давай по списку все быстро брать. И все, я уже когда выходила, Игорю говорю, поснимала я. Ладно, сейчас дома вам покажу.
Хотелось разнообразить как-то съемку. Ой, блин, у меня вообще что-то по памяти беда. Ладно, идем домой. Будем разбирать дома. Ну, надеюсь, не забуду заснять. Ребят, мы пришли домой, включила футбольчик. Сейчас буду с вами разбирать покупки. Что-то вообще сегодня не в духе, если честно. Потому что меня задерживают очень сильно оплатой. И уже не один человек, а несколько. И это просто уже так угнетает, потому что нам деньги нужны. У нас холодильник пустой, пришлось как бы чуть потратиться. А я думала, что уже чуть-чуть что-то отложу, сейчас съехать нам. Нихера ничего особо не отложишь. Опять купился вкусняшек. Что-то хочется. Ну ладно, заработаем. Просто так угнетает, когда херачишь, а тебе не вовремя не оплачивают, тянут. Ты должен свои деньги выпрашивать. Это вообще унизительно для меня. Кашляю, что-то у меня желудок как-то заболел. Ладно, разберем. Не знаю, мне так захотелось тортика. Вот такого. Простого. Ну, потому что те все под 500, под 600 рублей. А вот этот вот более-менее по акции был хороший вроде. Хочется какого-то такого торта. Хотя я обычно такой не беру. Так. Яйца я купила. Что-то как-то так неудобно. Так, яйца. Игорю гранат. Игорь взял рыбку. Я взяла нам к чаю вот такие профитроли. Они были по скидке. Игорь очень любит, и я так в виде исключения можно. Так, хлеб я не буду вытаскивать. Так, колбаска на завтрак. Один огурчик взяли. Тоже, может, с чем-то, потому что помидоры что-то такие дорогие. Дальше мы взяли упаковку сосисек. Таких вот. Тоже они по хорошей цене были. И они мелкие, что удобно. Можно там одну-две штучки съесть на завтрак или в виде перекуса или на ужин. Так, хлеб мы вот такой сейчас берем. За 19 рублей в магните. Дешевый, но вкусный. Вот, 19 или 18 рублей стоит. Я вот взяла 4. Мы замораживаем и там на завтраке потом достаем. В основном на завтрак хлеб едим. Игорь себе кефирчик взял с мюслями, будет кушать. Ну и все. Вот это все у нас в магните вышло на 1174. Ну, смотрите, здесь, ну, сосиски. А, Игорь себе пивко купил. Сосиски, пиво, кефир, хлеб, рыбка, колбаска, яйца, тортик. Ну, как бы да. Конечно, не густо, но вот так. Еще мы в КБ купили. Давайте я сейчас это уберу и покажу, что в КБ купили. Так, мы здесь так тоже вредности всяких набрали. Чипсы взяли, потому что на выходных похрумкаем. Я взяла еще вот такой вот к чаю торт. Ну, прям по хорошей цене. Так, печеньки. У меня просто ничего нет сладкого. Все покончалось. Ничего нет к чаю. Я сейчас что-то чаи часто пью. И... Так, сыр. Сыр. Так. Майонез я взяла для готовки. Мы готовим, если что-то добавляем. А так не едим уже его. И сок. Это я взяла попить. Так. Все. Пакет пустой. И еще в КБ мы... я взяла батоны. Ну и хлеб, и батоны пусть будет. Тоже заморожу. Потом, чтобы не бегать, мы покупаем. Так 2 недели ешь, вообще не ходишь, кайф. Так, кошелек, салфетки. Гол, нет? Нет. Так, 2 батона я взяла в КБ. Печеньки какие-то взяла новые. Такие не видела, творожные. Говорят, если разогреть вкуснее, с апельсином. Пусть будут. Вот так подниму. Так. Сырки по акции в КБ взяла. Мои любимые. Земляничные новые. Я не пробовала. Так. Сухарики. Знаете, вот так вот бывает. Что-нибудь хочется. Они дешевые. По 12 рублей. Такие вот вкусные кальмары в КБ. Попробуйте. Прям клевые. Большие такие они. И корм котиком. Взяла дешевый. В КБ. И вот еще вот такие сухарики. Так, это такие же соусами, которые идут. Шашлыком и чизбургер. Короче, вот всякие наши говнопокупки, можно сказать. Всякая вреднятина, перекусы и завтраки. Так у нас как бы мяско, там крупы есть пока все вроде.
Что? Че, гоцайте? Вот такая покупка. А в КБ мы заплатили... Блин, я не вижу чек. Нет чека. Нету чека. Так, я сейчас помню, 1000 тоже, 1000 с чем-то тоже, 1100 или 1200 за это все. Ладно, Игорь там готовит. Сейчас к вам повернусь. Ну, я сегодня сготовлю пюрешку с белым соусом, но я сейчас, значит, не хочу. Вот, и мы решили, что Игорь сегодня пожарит картошечку с грибами, а я завтра пюрешку сделаю. Поменялись, короче. Ребят, ну что, у нас ужин. Игорь приготовил картошечку с грибами, луком. У меня сосисочка небольшая. Вот, и будем кушать. Еще у меня помидорки тут соленые мамины. Выбрали мы фильм. Называется он... Можешь сказать? Или на паузу поставь, чтобы увидеть. «Человек из Торонто». Мне просто нравится актер вот этот вот. Ну что, погнали? Вот. Погнали. Прикольно. Привет всем, я Тедди Джексон. Добро пожаловать на канал. Ребят, мы уже поели, лежим. Фильм, короче, говно, неинтересный, мы его выключили. И, в общем, мы включили смотреть опять «Таксиста на Майбахе». Интересно очень, он из Питера таксует, показывает, как работает. Не знаю, почему меня так привлекают такие видюшки, про работу вообще нравится. И мне пришла вот вообще мысль, я очень сейчас заметила, если активно, хочу что-то новое делать в своей жизни, если какие-то идеи приходят, хочу что-то думать, реализовывать. И, в общем, я вообще просто думаю про влог. Формат влога, он же вообще такой простой, какой он есть, я какая есть, какие мы есть, с переживаниями, со злостью, с проблемами, иногда с матом, иногда с юмором, иногда с какими-то уютными мелочами. Ну, в общем, сильно формат влога я менять не хочу, потому что в нем действительно мы такие, какие мы есть. Возможно, здесь самая такая простая сторона наша, без каких-то забот, без строгости, без работы сильной, без проблем каких-то сверхглубоких, но все равно я делюсь. И мне хотелось у вас узнать, что бы вам хотелось больше видеть во влогах, какой фрагмент нашей жизни, но в плане, есть же у нас карьера, да, то есть есть работа, может быть, вам интересно было бы что-то узнавать, как работается, какие есть сложности касательно вот какие-то моменты в работе. Я, в принципе, вам показываю работу, да, там процессы, как мы делаем, еще что-то рассказываю, если какие-то там сложности или какие-то клиенты. Простите. Но, может быть, вам хотелось бы больше об этом знать, больше видеть, какие-то, может, созвоны вам показать с клиентами, может, вам это интересно. Ну, в общем, вы мне напишите, пожалуйста, если вам интересна карьера, напишите об этом. Возможно, вам интересна какая-то часть больше быта, ну, какие-то, может, домашние дела, там, готовка. Это даже можно разделить быт и все-таки готовка, да. Может быть, вам интересно, ну, я просто сейчас фантазирую, у меня даже нет каких-то самой пока сильных идей. Может, вам интересно что-то, например, в отношениях, ну, я не знаю, что в отношениях, мы, в принципе, показываем, какие моменты у нас есть, что-то прям такое сильное, я не знаю даже, что показать. Может быть, у вас есть темы, которые я рассказываю, делюсь, может быть, что-то, например, вот, макияжи. Я люблю макияжики делать, и, может, вам было бы интересно. Вот. Может, в этой тематике что-то. Так что напишите, подумайте, вот, что бы вы хотели видеть на моем канале именно от меня, да, как вот вы меня уже знаете, много смотрите, многие уже со мной очень давно. Напишите в комментариях, чтобы и вам было интереснее смотреть, и мне было что-то такое, идеи поснимать что-то для вас. Может быть, больше на какую-то тему делать акцентов. Вот, так что отпишитесь, дайте знать. Я знаю, вы у меня в последнее время очень активны, мне это безумно приятно. Я вот сейчас разбирала комментарии. Так приятно, что вы пишете, делитесь мнением, впечатлениями, что-то советуете. Блин, ну супер, конечно, когда есть отдача, очень приятно. Спасибо. Мы смотрим. Кстати, не из Питера этот таксист, а из Москвы. Вы смотрели такой канал? Поделитесь. Может, кто-нибудь видел?
Интересно, я пью чаечек, и говорит, тут еще кушает с тортиком и с клубничным чаем. А почему я тоже? Алло, я уехал, мне сказали...